Добрый день, дорогие тельцы! Для вас месяц апрель, я бы сказала, это месяц внутренних раздумий. Это время, когда надо побыть наедине с самим собой, подумать о том, чего вы хотите, какие планы вы строите перед собой, как на самое ближайшее время, так и на далекую перспективу, ну хотя бы на год. И, конечно же, это время, когда, наверное, стоит свести к минимуму все возможные контакты. Не потому, что они будут плохими, просто потому, что у вас вот такой вот внутренний настрой, когда, наверное, не хочется никого видеть, не хочется решать какие-то вопросы, когда хочется побыть в тишине, наедине с собой, быть может, с любимой книгой, возможно, отправиться в путешествие или же съехать на дачу, то есть побыть в тиши. И поверьте, это время как раз-то лучшее будет из того, что может быть в этом месяце. Ну, а если надо решать какие-то серьезные дела и подписывать документы, то, пожалуй, для вас самое лучшее время – это 21, 22 и 23 апреля. Поверьте, все у вас в этот период получится. Ну, конечно же, личностная активность. Если мы говорим о единении, то она также должна быть сведена к нулю. Но если что-то очень срочно надо порешать и куда-то отправиться, то 1, 2 и 3 апреля. Все остальные дни, конечно, лучше провести в тишине, в уединении или, скажем так, не высовываясь. Нет, никаких серьезных катаклизмов месяц вам не обещает. Все будет тихо и спокойно. Хотя, конечно же, вы же понимаете, что все зависит от того, как мы себя ведем. Поэтому рекомендация для вас все-таки уйти в апреле в тень. Удачи!